крыши 101-го дома по Советской сегодня упал подросток. Это парень, предположительно, 16 лет. Как удалось выяснить, вместе с ним находился еще один подросток. Как они там оказались, пока остается загадкой. По предварительной версии, на крышу их привело опасное увлечение – паркур. Как сообщили в пресс-центре администрации Ноябрьска, ответственные за доступ к техническому этажу постройки, а 101-й дом находится в ведении НЖСК, уже наказаны. В 14:01 на пульт диспетчерской скорой помощи поступил вызов, что на Советской 101 падение с высоты, значит, было выслано две бригады, одна врачебная, усиленная фельдшерской бригады. Значит, прибывшая бригада оказывает помощь молодому человеку, который упал, предположительно, с крыши 9-этажного дома. Помощь оказывали в полном объеме, значит, и с отчетными травмами в тяжелом состоянии был доставлен в приемное отделение.